Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу YouTube. В ефірі «Уніан ТБ» програма «Тема дня», у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні ми будемо говорити про минулорічну втечу Януковича. Документи, що активісти та журналісти знайшли в президентській резиденції Межгір'я, та чи допомогли ці знахідки правоохоронцям. Розібратися у цій темі нам допоможе член ініціативної групи контрибуторів «Янукович Лікс» Олег Хоменок. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Ви були серед журналістів, які першими відвідали Межигір'я після втечі екс-президента України Віктора Януковича. Розкажіть докладніше, як були знайдені документи, які мали бути знищені, і як це відбувалося? Я займався технічним обеспеченням всього цього проєкту, тому що приблизно в 2 години дня мені позвонили мої колеги, які знаходились в Межигір'ї, і сказали про те, що обнаружено дуже велике кількість мокрих документів, які достають з дна і з берега Київського моря. Я взяв 2 комп'ютери, кілька фотоапаратів, зв'язався зі своїми колегами в проєкті OCCRP, це проєкт освещення організованої преступності і корупції, який работает в Боснии, в Сараево. И мы договорились о том, что мы обсудили, не знаю еще сколько документов, не знаю, что это за документы, но мы решили, что все документы мы будем пытаться спасти, сфотографировать или отсканировать и выложить в сеть, в открытый доступ, сделать их публичными. И мои коллеги в Боснии занялись тем, что стало сайтом Янукович Ликс. А я отправился туда и примерно в 15 часов 22 февраля, год назад был вчера, мы собрались в большом ангаре для яхт бывшего президента, где, собственно говоря, нас ожидало порядка 150 папок с документами, которые касаются финансовой деятельности компаний, которые работали в Межигорье. Я знаю, що на обробку інформації пішло декілька діб. Це була цілодобова робота журналістів. Де все це відбувалось? Ви залишалися в цьому ангарі, чи це якось передавалося кудись далі? Ви знаєте, кількість документів нас дуже сильно впечатлило, і ми, головне, не знали, коли у нас їх почнуть відбирати. Прокуратура, на самом деле, появилась на 4-й день. В першу ночь ми, понимая, що документи можуть просто исчезнуть по самым разным причинам, решили сушить и фотографировать их прямо там. И в первые, собственно говоря, в первые 8-10 часов, то есть мы работали всю ночь, нас было где-то десяток, может быть, полтора десятка человек, которые раскладывали на полу этого гигантского ангара документы и фотографировали их. Мы набрали несколько тысяч фотографий, и первые 500 документов появились уже через день в сети, потому что к утру был поднят сайт. И к утру мы поняли, что ангар, в общем-то, недостаточно хорошо защищен и недостаточно хорошо оборудован для того, чтобы спасать эти документы. И утром 23 февраля мы переехали в гостевой домик. Это небольшая гостиница, в которой есть кухня, в которой есть сауна, то есть она полностью оборудована для гостей Януковича, где мы продолжили работу в течение последующих 5 или 6 дней. Які з знайдених документів найбільше вразили саме вас? Що саме в них вразили? Ну, мене потрясли документи, які свідчили про серйозних порушеннях в обращенні з наличними средствами. Я видел оформленные неправильно с нарушением законодательства приходные кассовые ордера на зачисление гигантских сумм денег, это миллионы долларов, миллионы гривен, в компании, которые связаны с окружением Януковича, в компании, которые связаны с Межигорьем. И что было удивительным, что очень часто расписки или приходные кассовые ордера оформлялись крайне небрежно, непонятно от кого поступили деньги, непонятно каким образом эти деньги были оприходованы. И второе, что меня поразило, это невероятные суммы, которые тратились компаниями в виде платежей за совершенно непонятные услуги. Например, мы увидели на несколько десятков миллионов гривен контракты с непонятными и неизвестными компаниями на мониторинг рынка средств массовой информации Украины на предмет стоимости недвижимости за один квартал.
Это очень хороший бизнес. Десятки миллионов гривен за мониторинг рынка объявлений, частных объявлений о стоимости рынка на квартир на рынке недвижимости. Правильно я розумію, що сайт Янукович Лікс був відкритий 25 лютого? Сайт Янукович Лікс почав фізично существувати уже 23 февраля, тобто ровно год назад. 24 февраля там появились первые 500 документов. Чи не було якихось складнощів під час запуску і чому була вибрана така назва? Ну, Янукович Лікс, сайт возник практически, название возникло спонтанно, когда мы обсуждали это с нашими коллегами, поскольку буквально за год до этого возник сайт OffshoreLeaks, да, то есть WikiLeaks, то есть совершенно очевидно, что это название просилось. Сайт в первые сутки своего существования имел достаточно серьезные проблемы, поскольку мы столкнулись с невероятным интересом со стороны людей, имеющих доступ в интернет к этой информации. За ночь, когда мы работали еще в ангаре для яхт, нас посетили десятки телевизионных съемочных групп, десятки журналистов, которых интересовало, что здесь найдено, каким образом этим собираются распоряжаться. То есть эта информация стала мгновенно распространяться, и за последующие два или три дня практически все мировые СМИ рассказали об этом. Соответственно, как только появился ресурс и появились первые документы, в течение первого дня сайт падал дважды, но это не было связано с DOS-атаками на сайт, это было связано с тем количеством людей, которые заходили на него одновременно, и хостинг-провайдеры вынуждены регулярно были увеличивать пропускную способность сайта. За первые сутки, собственно говоря, количество page views составило порядка миллиона, что, в общем-то, для стартапа, существующего два дня, совершенно нереальная вещь. Наскільки я знаю, допомогу по відновленню документів здійснювала так звана канцелярська сотня. Як проходила координація роботи, якось розподіл обов'язків? Ну, собственно говоря, ми столкнулись з ситуацією, коли папки, які витаскували волонтери із води, вони були достатньо, документи в них були достатньо хорошо сортировані. Причому я хочу сказати, що люди, які вели цю бухгалтерію, вони, в общем-то, вели бухгалтерію як білу, так і чорну. І ті документи, которые меня впечатлили, были связаны прежде всего с, скорее, черной бухгалтерией. Но, с другой стороны, у нас возникла необходимость, первое, да, просушить эти бумаги, поскольку эксперты в области документоведения, с которыми я советовался в тот момент, сказали, что у нас есть 72 часа. Если бумагу, которая находится в пачке и попала в воду, не высушить и не разобрать, она превращается просто в кирпич из целлюлозы. Поэтому перед нами... Через 72 часа. Да, через 72 часа. Поэтому перед нами стояла задача просто каждый документ, каждый лист бумаги отделить один от другого, переложить его сухим листом бумаги и организовать возможность для сушки этого. И здесь нам очень помогла сауна, которая была в гостевом домике в Межигорье, поскольку разогретая до температуры примерно 55 градусов, она достаточно хорошо высушивала пачки уже разобранных, переложенных документов. И хочу сказать, что к третьему дню, то есть все началось в воскресенье, да, уже к среде мы через социальные сети начали приглашать волонтеров со своими сканерами. Через закрытые группы, которые у нас существовали, через сообщество журналистов-расследователей в Фейсбуке, через сообщество журналистов Киево-Могилянской школы журналистики Украинского католического университета, мы получили очень большое количество поддержки со стороны волонтеров. Уже в среду у нас работало больше полутора десятков сканеров. Люди приезжали со своим оборудованием. Привезли даже промышленный сканер, который позволяет сканировать 50, до 50 копий в минуту. И эти люди работали посменно, в общем-то, 24 часа в сутки. То есть кто-то приезжал и уезжал, оставляя свое оборудование, приезжали новые люди, которые на нем занимались. И это дало возможность нам уже к пятнице, то есть вот к шестому дню, отсканировать, высушить полностью и отсканировать порядка 25 тысяч
листов бумаги. До речі, куди пішли оригінали цих документів, які були? Как я уже говорил, в среду, да, вот 22 число это было у нас, 23 это было воскресенье, в среду появились представители Генеральной прокуратуры, у них было постановление суда об аресте и изъятии всех документов, которые касаются Межигорья. Приехав и увидев масштаб работы, в общем-то, они поняли, что собрать все это и вывести не получится с первого раза. И к тому времени у нас уже было отсканировано порядка 30 папок, которые мы предложили им забрать. И мы договорились о том, что Генпрокуратура будет получать документы по мере того, как они будут сохнуть, и как мы их будем сканировать и выкладывать в открытый доступ. Ну, собственно говоря, к пятнице порядка 150 папок они уже приехали и забрали. Все не поместилось. Они приехали на микроавтобусе, и поэтому часть документов они еще опечатали и вывезли потом. Та де ж розслідування Генпрокуратури щодо цього? Это большой вопрос, поскольку из того, что я знаю, Генпрокуратура сообщала, что какое-то время эти документы еще были разложены и досушивались, не знаю, что там нужно было досушивать, в актовом зале Генпрокуратуры. Что с ними происходит сейчас и почему не предъявлено ни одного подозрения по уголовным делам, я не знаю. Хотя совершенно очевидно, что документы, которые мы видели, которые я видел своими глазами, говорят о том, что там были системные нарушения в работе с наличностью, там были системные нарушения в получении заработных плат, в иностранной валюте, что является, в общем-то, недопустимым с точки зрения украинского права. Там были проблемы с выплатами, на мой взгляд, совершенно незаконными сотрудникам правоохранительных органов, в частности, подразделению «Беркут», которое осуществляло охрану Межигорья. По закону о милиции, милиционер может получать деньги только из бюджета и только у себя в финансовой части, и нигде больше. И поэтому, поэтому премирование, да, в виде наличности сотрудников частной компании, с моей точки зрения, ну, по меньшей мере, подпадает под дисциплинарное взыскание в отношении сотрудников милиции, милицейского начальства, которое допускает. Но я не слышал ни об одном подобном расследовании, либо о каких-либо последствиях. Ну что ж, будем мати надію, що вони в них все-таки вже висохли і розслідування почнуться. Розкажіть докладніше, які успішні журналістські розслідування були проведені згідно з знайденими документами? Ну, Одно из очень качественных расследований, которое касалось того, что происходило в Межигорье, было связано с деятельностью банков. Да, поскольку в окружении бывшего президента и в этой всей системе, которая работала на Межигорье, существовало несколько банков, которые находились в сфере деятельности или в собственности, да, Януковича-младшего. И журналисты, анализируя финансовые документы, смогли показать, собственно говоря, раскрыть вот эту систему прокачивания денег через банки, да, систему вхождения средств, систему выхода, выведения средств, поскольку, ну, совершенно очевидно, что Межигорье – это очень дорогостоящий проект. Даже если это не принадлежало де юре лично Януковичу, то для того, чтобы построить все это счастье, которое там было, необходимы были очень большие деньги. И для того, чтобы их легально каким-то образом отмыть, да, поскольку мы можем говорить о том, что, возможно, да, была создана система, ну, таких легализаций взяток, да, в виде благотворительных взносов, потому что в системе Межигорья существовало несколько благотворительных фондов, которые либо по собственной инициативе, да, писали письма в различные инстанции, мы нашли, да, отпуски этих писем, с просьбой пожертвовать деньги на благотворительные функции различными организациями. Мы видели, и журналисты, собственно говоря, расследовали вот эту систему, цепочку, когда деньги заходили в благотворительный фонд, который затем по псевдоконтракту перечислял гигантские суммы, например, за услуги инжиниринга. Я не знаю, что за услуги инжиниринга могли стоить почти миллиард гривен. Компании, которая затем осуществляла уже строительство и разработку, да, собственно говоря, обслуживание самого Межигорья. То есть, таким образом, это журналистское расследование показало, каким образом, за какие средства, да, и сколько стоило само это все поместье, да, по-другому его назвать сложно. Да. Як на вашу думку, колись воно буде націоналізовано?
Громкие заявления парламента, которые звучали год назад, к сожалению, да, закончились пока что ничем, кроме национализации или наложения ареста на непосредственно маленький домик, в котором якобы жил Янукович, когда он встречался с журналистами украинскими там. Это не означает, что вся земля, которая была сомнительным способом получена в частную собственность, возвращена государству и справедливость восстановлена. Есть другая проблема, что с этим делать, потому что это дорогостоящее поместье, его нужно обслуживать, в него нужно вкладывать большие деньги. И поэтому, с моей точки зрения, конечно, судебная система должна принять решение, что с этим делать, либо вернуть это в состав, в собственность государства, как земельный участок, и, соответственно, дальше решать, что делать с этими имущественными комплексами. Если установить, что эти, если будет установлено, что эти деньги, да, которые были потрачены, были заработаны нечестным путем, если это были грязные деньги, если это были деньги коррупционные, то дальше должно быть принято решение о том, что с этим делать. Ну, а потом, я думаю, что это либо национальный парк, либо просто продажа с аукциона. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був член ініціативної групи контрибуторів Янукович Лікс Олег Хоменок. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма «Тема дня». До наступних зустрічей.